Бесплатная реабилитация, освобождение от уплаты транспортного налога и льгота по соцгазификации. В приоритете у Мособлдумы поддержка бойцов спецоперации. Свыше 50 нововведений за 23 год в социальной сфере. Бюджет Московской области не то что не ослабился, он усилился, он стал больше. Депутаты в прошлом году, в 23-м году, приняли 276 новых законов. Регулярные встречи с бойцами и личное взаимодействие с волонтерскими штабами стали важной частью депутатской деятельности Дмитрия Голубкова. Активная работа велась и с избирателями. Мне, как депутату, в прошлом году около 300 поступило обращений. Часть из них была решена, какая-то часть находится в стадии решения. В ходе рабочих поездок парламентария контроль за реализацией госпрограмм. Из бюджета области выделили средства на покупку цифровых школьных лабораторий и больничного оборудования. Наша организация начала работу свою по оказанию помощи еще в октябре 2022 года. И с этого момента ветераны-чернобыльцы в тесном сотрудничестве с депутатом. Сами закупают и отправляют на передовую лекарства и теплые вещи. Отчет парламентария посетили и серебряные волонтеры. Дмитрий Голубков пришел в Одинцовскую библиотеку не с пустыми руками. Там очень много интересных примеров. 30 лет итальянский фотограф путешествовал по библиотекам мира в поисках самых красивых. Под одной обложкой собраны интерьеры средневековых книгохранилищ Франции, Германии, Бразилии. Теперь работы мастера архитектурной фотографии украшают книжные полки Одинцовской библиотеки. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».